Всем привет, всем алоха, ёпта. Кузбасс. Кузбасс. Вот так выглядит обычный магазин в Нячанге. В Москве. Прикольно. Нифига себе. Я использую крючок, потому что это удобно. Hello, my friends. В этом магазине мы можем найти алкоголь. Do you watch YouTube? Как дела? Сейчас посмотрим, сколько стоит бухлишка. Нормально. Ну, пиво тут двадцаточку. Okay, guys, thank you. Вьетнамки захотели познакомиться. На... Минимум есть 578. А вот у нас ром манговый. Давай делай шире круг. Здесь Москва, Екатеринбург. Шире круг, братуха. Ян, твоя очередь. Да я отлично его понял. Тикала, я тикал, такие дела. Ну там мой друг, моя семья. О, видят там друг. Ребята, мы находимся в Нячанге. Ровно год назад мы встретились с этим чуваком, его зовут Ян. Всем привет, всем алоха, ёпта. Братан, здорово. Здорово. Ты откуда у нас? Кузбасс. Кузбасс. Покажи медведя. Хочу увидеть медведя. Вот это пушка. Так надо пиво взять по дороге, вкусно. Вот так выглядит обычный магазин в Нячанге. Мы просто возьмем два пива. В Москве, прикольно. Нифига себе. А сколько вам лет, если не секрет? 55. Так, мы покупаем... Сколько у нас? 20. 10. 20. Спасибо. Пожалуйста. Вот. Купил пиво. Да. Еду. Там бьет. Come on. Короче, эта женщина, знаешь, почему она разговаривает на русском? Потому что она жила в Москве и в Калининграде. И ей 55 лет. Вот такая вот правда. Вьетнамцы, много вьетнамцев знают русский язык, потому что они жили. Они учились и... Это здесь популярно. Я использую крючок, потому что это удобно. В общем, ребят, на байках есть крючки. Если у вас реально нет портфеля, но есть тяжелые пакеты, что сумку можно повесить прямо сюда, прямо на мопед. Вот такая фишка есть. А на Бали есть скобы под серф-доску. Hello, my friends. Today I with my friends new. You watch YouTube? YouTube. YouTube. Yeah, I'm from YouTube. Hey girls, do you watch YouTube? I know. Do you watch YouTube? No? А мы уж снимали вот так. Давай, рассказывай. Как дела? Нет, ты рассказывай. Что рассказываешь? Спортсмен. Да, это мы видим. А сейчас ты где живешь? А кто это такой вот этот вот чувак, который лежит? Ну это вьетнамец, наверное. Вьетнамец? Давай посмотрим. Он знает, что я смотрю. А сейчас мы дали послушать Яну. Перед этим мы слушали, было все четенько. Смотрим на реакцию Яна. А я перемотал случайно. Ну тогда жди. Там много таких треков. Нормально. А что, куда мы двигаем? Да мы двигаем за ромом. Куда глаза глядят, туда и двигаем. Окей, guys, thank you. Вьетнамки захотели познакомиться с нами. Братан, сними, пожалуйста, этот момент. А куда нажимать? Нажимать куда? Она уже готовая. No. Thank you. We go on the store now. Там они. Ян сказал, что в этом магазине мы можем найти алкоголь. А время сколько у нас? 12 часов. 12 часов, да.
Время 12 часов, мы приехали в алкогольный магазин. Че, открывай? У меня семечки эти повсюду, на самом деле. Синьчао. Сейчас мы посмотрим, сколько стоит бухлишка. А ты что-то конкретное? Я, кстати, забыл, что Ян хотел. Я сейчас ему напишу. Давайте обратим внимание на цены. Ну, пиво тут двадцаточку. А мы что хотим? О, соджик есть. Ха, прикинь. Это типа соджик же? А Ян что хотел? Это соджик. Ну, по стариночке вот эту тему возьмем. Какую? А что стоит? Азия, Хум. 100 тысяч, наверное. Ну, давай просто посмотрим. Джек Дэниелс есть 578. Егермайстер 467 тысяч. Есть Беллис даже для любителей сладенького. Прикольно. А ты взял ром вот здесь, да? А, вот он снизу. 78 тысяч всего? Это в смысле вьетнамский? No. Excuse me, it's Vietnam ром? Yeah. Vietnam, nice? Yeah. Ah, it's only one. А, one or two. Тоже. Mmm, nice. Это хорошее. What his name? Вот нам советуют. It's rum? Yeah. Цена 210. Thank you, guys. What do you want? А вот у нас ром манговый. Цена 84 всего. Прикольно. Есть винишка. По 90. Ну, такой же ценник, в принципе, как и вашки. Вот цены на сигареты. Кстати, мне кажется, здесь дорого. Че, будем что-нибудь брать еще к этой теме? Да, давай. Или она и так сладкая? Давай возьмем что-нибудь. Я даже не знаю. Я думаю, надо колы взять. Колы? Давай посмотрим, где тут кола и что она стоит. Ну, это такой, как бы, не дешевый магазин, поэтому мы колу можем выйти. Давай делай шире круг. Здесь Москва, Екатеринбург. Шире круг, братуха. Ян, твоя очередь. Да я дрищ на его фоне, но... Да, все сделали что-то, какую-то хуйню. Во Вьетнаме давно норма ходить в туалет в общественных местах, потому что их нету. Вот, берите пример с Яна. Ян, это правда, что во Вьетнаме все ходят в туалет? Как собачки. Обратите внимание, вот здесь у нас стоит три кабинки. Туалетные. А Ян пошел на улице, сука, сын. Обратите внимание, слева стоят еще две кабинки в виде лифта. Но они тоже закрыты. Они закрыты. Далее, вот там стоит будка, это будка охраны. За ней, пройдя буквально 5 метров, стоит еще один туалет. И он закрытый? Он платный. Ну там мой друг, моя семья, о, ведь я там друг, ведь там... Давай твоя очередь, братан. Я и Горюня, те, кто ты, я, да, мы все вместе сидим, читаем, отдыхаем. Это же охуенно. Я охуенно, что зачитать, я просто ем чипсы с тарелки, этот чувак пьет пиво, этот сидит на табуретке, мы все читаем рэп, и непонятно о чем, но чипсы тут совсем ни при чем. Навали кому злец. Где бит, бро? Эй, бро. Давай, делай красиво. Старенький, пустых улиц. Ело серого города. Время тикало, я тикал. Такие дела, но там мой друг, моя семья. О, ведь я там гость. Передо мной две реки. Амурнева, Москва, и где бы ни был я. Стараюсь опускать алые паруса. Дабы не занесло на странные волны грядового ветра. Кому-то подскажет дорогу небо. То есть наивно слепо. Веди меня сломанный компас. И не брось, верни на землю мыслями в страны. Далеко шагал по городам, бежал и бегу, будто от кунскамер, принимая яд кунского жала. Йоу, это было... Это вообще зачет. Это было долго. Долго. Йоу, давай, братан, расскажи-ка нам, что там, как дела? Что там, покажи, льва? Как зовут медведя? Уа. Это Игорюня, мой друган.